Для того, чтобы спасти жизнь британцу, врачи сделали настоящий медицинский апгрейд. Жителю английского города Шеффилда Марку Топкинсону, у которого был диагностирован рак брюшной области, удалили 10 органов, заменив 6 из них трансплантатами, пишет Daily Mirror. У 54-летнего мужчины была обнаружена редкая форма онкологии. Врачи прогнозировали лишь 18 месяцев жизни. Однако после долгих операций, две из которых длились по 22 часа, и параллельных поисков решений, медикам пришлось удалить саму опухоль и 10 окружающих ее органов. 6 из них заменили трансплантатами. Все операции Марк Топкинс перенес хорошо, и спустя несколько недель после последней операции врачи наконец поздравили мужчину с полным выздоровлением.